Миниатюрная плата с огромными возможностями. Выпускник ТУСУРа, молодой ученый Дмитрий Бабошко, разработал новый способ производства микропластиковых плат, который сократит этап их выпуска на 10 операций и половину уменьшит использование дорогостоящего оборудования. Олеся Курносова побывала в современной лаборатории и увидела, как создается уникальный продукт. В этой лаборатории создается незаменимый для электроники продукт. Микрополосковые платы сегодня применяются при производстве сотовых телефонов, при изготовлении приборов медицинского назначения, в военной, космической технике. И это далеко не весь список. Но главное, в Томске знают, как сделать процесс производства эффективнее и дешевле. Мы предлагаем формировать проволочные соединения в виде воздушных мостовых соединений. Другие предлагают не формировать, то есть формировать перемычки методами электронного лучевого испарения. Мы это делаем методом магнетронного распыления и гальванического осаждения. Это позволяет делать больше по объему и быстрее. Происходит это так. В точке старта берется подложка. На нее лазером наносят сквозные переходные отверстия, а затем уже в другой лаборатории формируется сверхточный топологический рисунок. Почему здесь такой желтый свет? Ну, освещение здесь такое неспроста. Связано с тем, что в процессе фотолитографии применяются фоторезисты. Это светочувствительные компоненты, которые очень чувствительны к спектру излучения. На заготовку также наносят композиции меди и тантала. Это металл, устойчивый к коррозии и не меняющий электрические параметры в зависимости от температуры. Это важное качество для микроэлектроники. Но кроме этого, наносят и еще один важный элемент. Сверху нанесено золото в качестве защиты от оксидирования меди. То есть защищает ее от внешних условий. Как говорится, мал золотник да дорог, но это по части польза. А вот реальная стоимость, благодаря нашим ученым, в разы дешевле зарубежных. Правда, точную цифру нам не озвучили. Коммерческая тайна. Чтобы понять, насколько сложная и кропотливая работа ученых, достаточно оценить размер. К примеру, вот эта подложка для плат. Она где-то 5 на 6 сантиметров. И на ней находится 187 микроскопических плат. Но чтобы понять, как они выглядят, нужно положить ее в микроскоп под пятикратное увеличение. Картинка будет примерно вот такая. Сейчас у данной лаборатории есть возможности производить порядка сотни таких плат за один производственный цикл, нанося металлизацию сразу с двух сторон, быстро и качественно. И это, как говорят сами ученые, томский вклад в укрепление технологического суверенитета страны. Олеся Курносова, Иван Патлусов, Вести Томск.